Есть два вида людей, которые будут говорить, что вы не сможете чего-то добиться. Это те, кто боятся пробовать, и те, кто боятся, что у вас получится. Подумай об этом. Сегодня у нас планочка на максимум 3 подходика, либо 2, посмотрим. На максимум. Стоим до талого. Поехали. Работайте над собой изо дня в день, изо дня в день, никогда не забывайтесь. Перебарывайте свою лень, свой страх, и у вас все получится. Главное — победить себя, свою лень, неуверенность в себе, свой страх. Мы стоим. Еще подходит 2. Посмотрим. Главное — перебороть вот ту черту, переступить, когда уже не можешь. Работайте над собой. Никогда не сдавайтесь.
первую очередь это нужно тебе. Никому больше, только тебе. Так что работай над этим. Подходик уже тяжелее. Старайтесь перебороть вот эту боль. Ранний подход. Еще нужно специальное покрытие. Типа каремата. Тут тоже ковер. Неудобно. Мы работаем. Мы работаем. Мы никогда не сдаемся. Это наша фишка, изюминка. Работать над собой и не сдаваться. Вот увидите, что вы не делали. Постоянство вознаграждается. Главное, запомните это делать. Крайний. Сейчас. Одна минута. Вспомните свои детские мечты. Если вы сейчас не имеете мечты, вспомните детские мечты свои. Вы же на кого-то равнялись. У вас же были кумиры. Так станьте для кого-то примером. Станьте примером для кого-то.
Минуту стоим, а уже могу. Не забывайте про свою мечту. Никогда не забывайте. Идите к ней. Несмотря ни на что. Меняйте тренировочки. Вчера у нас была грудь со спиной, мышцы антагонисты. Делали спину, сразу же грудь, отдых, спину, сразу же грудь, отдых. Вот так. Вроде бы 3 круга сделали. Сегодня планочка. Позапрошлую тренировочку. Или позапрошлую прессе делали. Сегодня планочка. Завтра плечи, ноги. Потом пресс или планка, или бег. Меняйте. Удивляйте организм. Работайте над собой. Никогда не сдавайтесь. И у вас все будет. У вас все получится. Я в вас верю. Вы, я надеюсь, верите в меня. Работаем до талого. Погнали.